Думаю, будет интересно. Веками, витками, эрами мы отгремели, мы все сказали. Множили, множились ионами, сферами, все обмусолили, все осмеяли. Нашим собственным мыслям цитаты вторили. В беспредметном эфире идей и то не тупик, а этап всего лишь. Только миг, что явить изволишь. Вместо имен названия, вместо цветов слова, подбирая всему сочетание, чувствуешь, жизнь жива. Слышишь оттенки, видишь звуки, палитры вибраций, движений и струй. Так невидимых нитей касаются руки, и в воздух летит поцелуй. Так внутренний свет управляет внешним, вбирая в себя осколки матриц. И никто не властен над тобой прежним, так как сила... Время приходит, уходит, вертится. Веретено. Вира, майна, несите лестницу, чтоб колесо не ушло на дно. Сменились покрышки вечности. С мельницы на демисезон, и только в глазах смотрящего башню Армагеддон. Снова в кость, наверх, карма, духовная практика и сострадательный смех. Люди приходят, уходят, вертится. Ноль, монитор, окно, ровесники вносят лестницу. Время нести колесо. Тут каждый из нас зеркало времени и колеса. Нас ведь вечности любят, поэтому в случайностях и чудесах. Мир, он один за всех, и все за него в ответ. Колесница и есть лестница, а спица ее человек. Век от век, век от век. Спасибо большое.